Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, да, давайте подождем, пока подключатся все те, кто ждут. Извините за небольшое опоздание. Значит, хочу вас попросить делать максимальное количество репостов, так как пропагандистская машина Плохотнюка набирает обороты и повторяет то, что произошло в 2014 году. Так, значит, и у меня единственная возможность через вас довести реальную информацию до всех граждан страны. Так, я смотрю, активно все подключаются, еще минутку подождем. Я хочу проанонсировать то, что произойдет в ближайшие дни. Значит, для того, чтобы вы понимали, что происходило до сих пор в Кишиневе. Я говорю про активность полиции, генпрокуратуры, то, что любыми путями пытаются через суд получить мандат на арест. Хотя некоторые СМИ подконтрольному Плохотнюку уже пишут, что УСАД уже... Значит, получил мандат на арест, находится в международном розыске. Пока это не так, значит, вся эта процедура перенесена на понедельник, потому что уже адвокат наш, Иван Черга, уже не выдержал вечером, когда начали искать судью в нерабочее время. Не-не, давайте сегодня рассмотрим. Значит, был просто сделан отвод, значит, не приняли его. И там, по-моему, 18.30 или 19.30, там давайте как бы... рассмотрим сегодня, потому что нужно побыстрее получить мандат на арест на Усатова. Значит, хочу заявить со всей ответственностью, что да, сегодня Плохотнюку подконтрольна юстиция в Республике Молдова. Я говорю про МВД, прокуратуру, суды. Всех этих шавок его, которые на него работают, вы прекрасно знаете. Чего боится Плохотнюк сегодня и почему... уже, скажем так, очередная попытка привязать меня к покушению на Горбунцова. Значит, адвокату не предоставили, кстати, постановление о возбуждении уголовного дела, но из тех материалов, которые они принесли в суд, очевидно, что на основании заявления Горбунцова возбудили уголовное дело в Молдове. Хотя я говорил с представителями правоохранительных структур в странах Евросоюза, и они говорят, послушайте, есть дело в Румынии по убийству в Бухаресте, есть дело в Великобритании по убийству, по покушению на Горбунцова. И молдаване вообще не имели права возбуждать дело у себя. Но так как молдаване летали в Лондон, пытались добиться, чтобы англичане передали им дело в Молдавию, пытались добиться от них мандата на арест, и что-то у них там не клеится. Вторая попытка была такая в Румынии, на этой неделе, значит, они, чтобы, это уже, знаете, такая истерика, чтобы вывести удар из, увести удар от Плохотнюка, значит, они пытаются имитировать серьезное расследование. 16 октября возбудили дело, потому что Плохотнюк испугался некоторых прослушек, которые ему принесли его адъютанты там с МВД, с прокуратуры, не знаю откуда, где. Они услышали о том, что Прока хочет сказать правду. Я говорил о том, что я участвую в расследовании. Я являюсь свидетелем в деле Проки на территории Румынии. Значит, бумага, которую я предоставлю в фильме, значит, о том, что я являюсь свидетелями. Значит, так как меня обвиняют в том, что я не совершал. И Плохотнюк испугался того, что, позвонив своему знакомому в Кишинев Маларчуку, Прока сказал о том, что нужно поехать в Москву согласовать гарантии безопасности для семьи.
не экстрадицию в Молдавию, потому что Плохотнюк любыми путями его хочет сегодня получить в Кишинев для того, чтобы физически ликвидировать. И, значит, эта прослушка попала к Плохотнюку. Плохотнюк понял, что ему звездец в ближайшее время, и пошел на опережение. Вы увидели все вот это кино, которое происходит последние там 10 дней, да, Ковкалюк, я уже говорил, в Англии там, с этими проходимцами своими. Значит, успели побывать в Румынии, арестовать Чубану, Маларчука и так далее. Значит, Плохотнюк начал зачищаться, чтобы закрыть проки рот, уже дошел до того, что арестовал его семью, ну, чтобы, типа, дать тому понять, начнешь сдавать, если Прока начнет сдавать Плохотнюка и всю его гоп-компанию, которая участвовала, организовала этот синдикат киллеров в странах Европы, который занимался убийствами на территории стран Евросоюза, значит, то жена будет сидеть в молдавской тюрьме. Ничего у него не получится. Понимая, что может что-то произойти, могут выбиваться какие-то показания сегодня с Маларчука, с Чабану, могут угрожать жене Проки в Молдавии и так далее, я хочу вам предоставить вашему вниманию, значит, я монтирую фильм, я об этом уже много раз говорил, значит, здесь материалы, целые часы записей, это записи посредников от Проки. Здесь есть в этих записях мои телефонные разговоры с киллером, который находится в румынской тюрьме. Но еще раз повторяю, это все делалось в рамках уголовного дела на территории Румынии. Значит, чего боится Плохотнюк? Боится того, что все узнают правду. Хочу сегодня четко сказать, что от этой правды он никуда не сможет деться. И на самом деле наступит, надеюсь, не за горами тот день, надеюсь, это будет быстрее, когда он ответит перед правосудием за те преступления, которые он совершил. А вот эти прокуроры и милиционерчики, которые там за какие-то три бутерброда занимаются фабрикацией уголовных дел против меня, значит, они ответят за незаконное возбуждение уголовного дела на территории Молдавии. Они ответят за то, что сегодня плачут мои родители дома, да, потому что меня обвиняют в убийстве. И то, что Плохотнюк со мной не смог договориться, и я четко ему сказал, что Плохотнюк, Шор и против вся эта команда животных, таких же, как он, которые его окружают, будет кое-что мне делать, значит, после этого они совсем у нас возбудились. Я говорил, что пойду до конца. Они пытаются мне делать имидж преступника, чтобы люди мне не верили. Но еще раз я говорю, все то, что задокументировано сегодня в Румынии, значит, появятся со дня на день представители Великобритании, и скоро Плохотнюка ждут сюрпризы. Послушайте буквально несколько минут то, чего он боится, да? Я вот себе специально пометил, но еще раз говорю, все эти аудиозаписи, ход расследования и так далее станут публичными в ближайшее время. Вот, значит, часть разговора с посредником, который выходил на меня, после чего я сразу связался с правоохранительными органами, сказал, что вот так и так, есть такая ситуация, что делать, ну, и мы разработали определенную спецоперацию. Значит, например, теперь вы поймете, чего боится Плохотнюк и почему он пытается это на меня повесить. Я извиняюсь сразу за то, что будут какие-то матерные слова, просто людям нужно подыгрывать. Я уже много раз говорил, что иногда нужно для того, чтобы поддержать разговор, войти в доверие, нужно говорить на том языке, на котором говорят с тобой. Я этого никогда не стеснялся, лишь бы дело доброе сделать и правильно. Так, чего боится Плохиш? Și ne-a lămurit mie situația. Dacă el a sfac, de exemplu, așa, eu am vorbit la nivel înalt, acolo. Uh-huh. Nu cu acel care sunt poate șeful sex, dar încă mai sus. Uh-huh. Și mi-a spus că dacă el face așa, apropi și trebuie englezii să se ocupe de asta, pe-l zăpizdesc pe ăsta de la Moldova. Bun, dar ăsta e de la Moldova. Tu știi cine?
Ну, Юла Молдова, Петрович, ты спунень прима литера, дин нумио, дин фамилии, швел санцелек. А все, я карю в ты, ту. Ну, карю, все. Сейчас мой главный. Плохой? Хороший. Кум хорошенький, сдамался. А? Кум хороший. Ну, вот я сказал хороший, а ты правильно сказал. А, я понял. Не, ну слушай, ну кто поверит, блядь, что он встречался с тем, ёпта, ну это же никто не поверит. А колар ел в этот момент, говорил, дискрей, он, чей, кум, синофос, то, ну. Ага, а он целес. Ел ари информация, говорит, пацан, ну и просто, ел спуск, вы, магандит, что да, ел, дарак спринят, это удачно, вчера ты заебись, а бы... Пиздец, сейчас мы мути руку ланижу, сейчас дохуя дискута, так ел дискута вайберу, и пиздец. Эй, ну мы есть пиздец, бля, ну ёку вайбер, ворбеску, амбассадорку, полицейшку, щеневрейку, ну, блядь, ну, вайбер с чтец мессажли, Серёжа, ну, и вайбер воргим татцара, ёпта, ну, ищи ту. Да кера ёвем соспунал, ёвем создавал программ, да ну и проблема, дядя, скутаку вайпи вайбер. Петор вари уамень платини. Проел спуск руи без разницы, макаршин румынет. Кум тут симаджинез, ёс мадук. Дин кредери карин. Не знал, что я не шкил, дарит до веска, ари пак спуй. Бо импортантка ел спаты, куспун к садекларе остайона, импортантка ел спаты демонстрака и плохой. Он залечь, блядь, ади как... Совершенно правильно, ел ари до вес. Ел ари до веска, ари пак спуй. Что ел веск рома спуск на урма. Так ел спун, что я еще спун ел, что енглежий. Englezii eu și dorgăiesc tot și niteșca asta. Eu am vorbit cu oameni serioși care îi cunosc în temă, care în sistem, nu de la noi de aici, de acolo. Mm. Și dacă s-a pucat șoara asta, a pus că noi vă facem ghemă. Dacă noi vă facem ghemă, numai să înșeapă porneați șoara ca să pornească ghemă. A pus spus că atunci englezii fut Interpolul. Și Interpolul îl zăpizdește în cap. Mm-hmm. Bun. Întreabă prima și mă interesează pe mine familia, surse de existență, numească suma, știi că eu trebuie să știu că nu e o sumă, adică și o sumă reală, înțelegi pentru mine, că eu tot nu... Nu... Значит, здесь речь идет о том, что Прока выдвинул три условия, при которых он готов сдать заказчиков, соучастников преступления, совершенного в Бухаресте, в Румынии. Значит, все помнят, ну, по крайней мере, румынские СМИ освещали, что была попытка убийства, значит, гражданина Румынии в Бухаресте и про Горбунцова в Лондоне. Прока говорит, три условия. Значит, перевозите семью в Румынию, значит, приобретайте какую-то недвижимость, чтобы семья и дети жили в безопасности. Условие номер два, что ни под каким предлогом, какой бы там ни придумал Плохотнюк его прокурор и схема по его экстрадиции в Молдавию, значит румыны дадут ему, румынская сторона предоставит ему гарантии, что его не экстрадируют в Молдову. И третье условие, это чтобы в случае чистосердечного признания, значит, преступления и на территории Румынии, и на территории Великобритании, значит, так как он осужден уже в Молдове в Румынии на 21 или 22 года, значит, чтобы за преступление, совершенное в Лондоне, он отбывал наказание в Румынии. Ну, прокуроры в Румынии сказали, что законодательство Евросоюза это позволяет. Значит, поэтому те деньги, которые обсуждались, и то, что Плохотнюк там и его дебилы, прокуроры и полицейские пытались инкриминировать, что Усатый покупал свидетеля, есть, еще раз говорю, это все материалы, которые есть в уголовном деле в Румынии. И на самом деле обсуждались какие-то деньги, я об этом уже говорил, но эти деньги обсуждались для того, чтобы перевести его семью в Румынию. И сегодня что произошло? Плохотнюк в том числе посадил его семью для того, чтобы Прока в Румынии не заговорил. Очень интересно получается. Вот, дальше. Кем про Ерара Москова? Да.
А покором и фос не было, да, уж ее пропуск. Ше, я тот, кто рефузат. Шакума, кино фос, к ней я ища у нее, а мой фос не вадин румния. Я у телевизионе. Что у тебя пропуск? Я тот, кто рефузат. Да, ломоск, елками ран кисло, мозг вообще не вою пропуск. Да, да. Да, но он за Диони. Вот за Диони, еще я ее спуск, вин Делачалка и Дин Лондра. А, Делачал Дин Лондра, да? Да. Ж конкретно фос пропуск с фотка по Димине, да? А? Каз фотка по Димине? Да, да, я на спуск вам и стану им, прикатнарит ряд. Для ты-то ее на спуске, ее на ее, а супраме, а что хуйня, кумаму я ее пропуск, луй с феей его тести, а супра, луй касал пат, луадя, куло сраду каишь. Угу, а манцелес. Ладно, дай ее амушма консульт, шамушит сон. Ту импортанту к... Аскулт. Значит, дальше разговор идет о том, это также в уголовном деле есть, как Проку пытались подкупить еще тогда, когда он находился в российской тюрьме, и ему предлагали уже тогда, это получается около 3 лет назад, $1 млн, адвокат Горбунцова, за то, чтобы тот дал показания на меня. То есть, вы понимаете, вот все то, что я сейчас там частями выкладываю, значит, это сейчас все монтируется, чтобы была вся хронология, где буду комментировать каждое событие. Что мы делали с правоохранительными органами в Румынии? Как я участвовал в экстрадиции Проки из российской тюрьмы? И так далее, и так далее. И самое главное, что все то, что есть здесь, и то, что я некоторые вещи я не смогу публиковать, потому что это сегодня является тайной следствия, и я вообще-то взялся помогать правоохранительным органам, а не мешать. Поэтому... Есть вещи, которые сегодня требуют дополнительного изучения, требуют дополнительных расследований, и это мы отдельно, значит, то есть после того, когда это перестанет быть секретом, я опубликую, потому что есть вещи, связанные с документами, оружием и так далее, где сегодня нужно многие вещи. Итак, Плохотнюк защищается, пытается смыть себя эту историю. Ну, а Горбунцов, дурак, ему еще в этом подыгрывает, понимаете? То есть, фактически, тот, кто Горбунцова заказывал, Плохотнюк, сегодня он же его использует для того, чтобы тот дал показания против меня и так далее. Значит, Икс-Крокерей, Универсал-банк и так далее. Ребят, все станет на места в ближайшее время. Значит, и я уверен, что если Плохотнюк может влиять на прокуратуру МВД, суды в Молдавии, то на Румынию, Великобританию он точно повлиять не сможет. И правда восторжествует. И эти подонки ответят и получат долгие годы тюрьмы. Значит, сейчас есть, я хотел. Значит, сейчас где? Есть качественный такой хороший. Это разговор с Прокой. Алло. Да. Алло. Алло, Бунасара. Алло. 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 Да, слушаю тебя. Да, привет. Привет. На каком языке удобнее говорить? Или без разницы? Значит, там погромче. Да? Закончили лембой майку мозвор. Сейчас тут где-то есть момент, где Прока говорит, Йом вазут, кумьен чарка, звабачи, подумня вас, рашиша, мади партия.
Да кончепио ворбе плохотню контрази и пи контрагу френа лок, апну и майскапы, ну и майскапы не меньше ши не миг. Значит, а безопасно вам находиться завтра в Москве? Да, кстати, завтра, ребят, завтра в 12:00, значит, у нас встреча с теми, кто находится в Москве, Подмосковье, в 12 часов, значит, в концертном зале гостиницы «Космос», значит, мы проведем эту встречу. Кстати, я думаю, что, может быть, то, что спешили сегодня так сильно вечером с моим мандатом на арест, это для того, что, может быть, готовят какую-то ситуацию, розыск, начнут, может быть, молдаване решили прилететь сюда, и чтобы я не дошел до завтрашнего выступления, но я дойду. И эти все записи, еще раз, чтобы Плохотнюк сегодня не сделал, даже если он меня физически ликвидирует, значит, все эти материалы есть в уголовном деле в Румынии, Плохотнюк никуда не... Плохотнюк уже никуда не денется, и он ответит по закону. Все эти его инсинуации, незаконно возбужденное дело в Молдове против меня. Может, я из Великобритании. Почему, если появилась у них какая-то прослушка, что Прока решил рассказать правду, они взяли и не передали это дело, эти материалы в Румынию, в полицию, да, так и так, у вас есть дело, Прока у вас сидит, изучите. Нет. Они начали собственную варить какую-то кашу по секрету от румынских правоохранительных органов. Почему? Потому что у них не стоит задача узнать правду. Они должны были обрадоваться, что Прока решил рассказать правду. Кто заказчик, посредники, какие где совершались преступления, кто отвечал за оружие, документы, деньги и так далее. Они должны были обрадоваться. Нет, они расстроились. Вернее, их расстроил Плохотник и сказал: боец, оприм тет, урдент, джику рыжий, маршин, Англия, ВРФ, депорнец до Сара. Уже поздно, ребята, это все было задокументировано намного раньше. Поэтому лохи вы, прокуроры и милиционеры, которые участвуют, вместе с этим молодым дурачком Бусуёк, который сегодня не отправил мне ни одной повестки, значит, он отправил два сообщения на мои телефоны, один из которых выключен, второй не существует уже очень давно. И он мотивирует мандат на арест Усатому, потому что, ну, короче, значит, ребят, все, давайте, завтра жду вас в 12 часов в концертном зале гостиницы «Космос» метро ВДНХ. Делайте, пожалуйста, перепосты. Я вам показал, в каком направлении я двигаюсь. Значит, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами Евросоюза, которые, уверен, что до конца доведут это расследование. Тогда я посмотрю на этого преступника Горбунцова, что он скажет на все это, да. И самое главное, хочу солгать пи плохишку мы арди куру. Уже это уже у нас такое. Надо хэштег плохиш арди куру. Вот. Ну, а то, что он меня боится и пытается уничтожить, это не новость. Завтра на встрече расскажу сценарий, который он готовит в первом туре. На встрече. Встреча будет онлайн транслироваться. Привет.ев, мой канал в Ютубе, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Я вас люблю. Вам мулцумес пентру инкредере, примит фарти мулти скрисор динтуайта цара, месажи дисусценере, кама юбец, нувой фитрадат, вон луптапу лаурма куридиму плохотню, вам мулцумес динтуайта инма, касымте цала турдимини,